Красиво, ярко и изящно в Минске пройдет новый сезон Brands Fashion Show, где соберутся самые известные дизайнеры. Событие уже так близко, а подробнее о нем расскажут наши гости. В студии у нас организатор Brands Fashion Show, руководитель Fashion Collection Беларусь Николаева Ирина и идейный вдохновитель бренда одежды Candy Lady, певица, телерадиоведущая Ольга Барабанщикова. Ирина, первый вопрос к вам. В какие дни пройдут показы? Сколько их будет? Сколько дней все мероприятие продлится? Наших гостей мы ждем два дня, 29 и 30 марта на площадке Falcon Club Arena. Будет показ дизайнеров в первый день, 29 числа, итальянский бренд Луиза Спаньоли. Продолжит программу белорусско-итальянский бренд Леор Гофман и закроет Автандил, дизайнер из Грузии. Второй день – это показ, детский показ Kids Fashion Show by Нагорный Models Podium School. Коллекцию, которую дети разработали совместно с дизайнером Никой Якубович. Это будет очень нежное, трогательное детское шоу. Затем Ольга со своим брендом Candy Lady, бренд Ежевика, и закроют пятничные показы Латушкина. Я знаю, что практически невозможно достать пригласительные билеты, и на них сумасшедший спрос. Пользуясь случаем и служебным положением, хочу сказать, что в наших социальных сетях, в социальных сетях «Нашего утра» мы проводим розыгрыш пригласительных билетов, и благодаря нам вы можете попасть. Заходите в социальные сети, к нам, да, выигрывайте. Из показов, кстати говоря, совершенно бесплатно, только поучаствовать в конкурсе. Ольга, ходила ли ты в прошлом году на какой-либо из показов, может быть, на все Brands Fashion Show? Нет, я не ходила на показы, но после того, как завершилось мероприятие, я слышала очень много положительных отзывов, и я задумалась, почему мы не там, и как хотелось бы присутствовать, участвовать, и, слава богу, в этом году у нас мы сотрудничаем. Мы участвуем, и я очень этого жду, и также пользуюсь своим положением, приглашаю вас. Спасибо. Показ. А, кстати, что нужно было сделать, чтобы попасть вот в Brands Fashion Show? Дождаться звонка. Ольга, ну, на самом деле, мероприятие, конечно, престижное, но и ответственность большая в нем участвовать, потому что, во-первых, огромный подиум, во-вторых, профессиональный свет, в-третьих, там... Скептики, ну, скептики, да, там капризная публика, я тоже хотела об этом сказать, там же все будут... модники, журналисты, которые в моде разбираются. И, конечно, у нас такие люди, которые любят покритиковать. Отлично. Волнуешься или нет? Я всегда волнуюсь перед любым выступлением. И здесь, конечно, ответственность очень большая. Но критика, она будет всегда. Я научилась воспринимать ее в пользу для себя. Ну, потому что всем не угодишь. Да, нас научили, это интересно. В пользу. Мне кажется, что если о тебе говорят, если тебя ругают, хвалят, неважно. Главное, чтобы говорили, и так будет всегда. Всем нравится невозможно. Мне кажется, что главный показатель – это наличие клиентов, то, как носят твою одежду, покупают ли. У нас, слава богу, покупают. У нас покупают и с удовольствием носят, поэтому это самый главный показатель. То есть просто существует мнение, что у нас белорусские дизайнеры, скажем, они убыточные в основном. Так ли это? Зарабатывают ли дизайнеры? Есть такие месяцы, да. Я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом, вот именно сейчас отрезок, который сейчас приходит, он хуже, чем в прошлом году, но это не значит, что нужно опускать руки, значит, нужно как-то подстраиваться, делать какие-то больше акций. Та коллекция, которую Candy Lady готовит к Brands Fashion Show, она будет, ну, понятное дело, новая, да? Я так понимаю, что вы там отшиваете что-то с какой-то идеей. Это будет мама и детки? Не будет. Потому что ты же любишь эту тему, и да? Это, да, это наша, мне кажется, фишка наших показов, но, к сожалению, в этот раз мы не успеваем подготовить эти family-луки, но у нас будут обязательно присутствовать детки на показе, потому что мы без этого не можем, без деток. Но коллекция будет в первую очередь, конечно же, женственная, носибельная. В ней будет очень много хлопка, что для нас, в принципе, впервые. У нас появились новые художники в команде, поэтому некое свежее дыхание, что ли, в коллекции немножечко не присуще нам. Мне нравится. С организаторской точки зрения, какие будут еще сюрпризы для тех, кто придет? Может быть, бесплатная шаурма?
Бесплатной шаурмы не будет. Но я думаю, что тот уровень сервиса и набор блюд, которые наши гости смогут попробовать в Falcon Club, будет более чем достоин. А что касается сюрпризов с нашей стороны, то мы сконцентрировались как раз-таки на технической стороне вопроса, и наши любимые партнеры Sound Cafe, они сделали акцент на том, чтобы свет был не только подиумный, для того, чтобы наши гости могли хорошенько рассмотреть коллекции, но и концертный. Максимум спецэффектов, максимум приборов, которые помогут нам увидеть настоящее шоу. Ну что ж, приглашайте, когда, где, во сколько? Ждем 29-30 марта. Falcon Club. Всем показов и все для вас. Там будут все. Спасибо большое. Мне остается напомнить, что у нас в гостях были организатор Brands Fashion Show, руководитель Fashion Collection Беларусь Ирина Николаева и идейный вдохновитель бренда одежды Candy Lady, певица, телерадиоведущая Ольга Барабанщикова.